Это не... Да, твоя честь. Должен не согласиться с твоей оценкой фактов. Я все понимаю и благодарю тебя за твое время. Это была благородная Наоми Кушнер. Что мы думаем о судье Кушнер в наших краях? Либеральная наемница. Судья Кушнер не даст мне ордер на некоторых сообщников Нельса. Что, в принципе, нормально. На войне свои правила. Капитан Доус. Минсоса, мы втроем племенной суд. И мне известно о том, что у нас проблемы с некоторыми членами нашего племени. Он не взял деньги. Вы меня проверяли? Я должен был знать, можем ли мы доверять тебе. С самого начала твоя напарница твердила мне, что можем. Теперь я понимаю. Нельс сказал что-то о сделке со Стоддардом. Да, разумеется. Тогда возвращайтесь в офис Нельса и найдите что-нибудь, что я мог бы забрать в отдел внутренних расследований. Похоже, ураган надвигается, но дело нельзя откладывать, детективы. Так точно, сэр. Вот, блин. Здесь уже побывали криминалисты. В чем дело? Ну, они точно не искали улики против Стоддарда. Ладно, если найдем что-то, сразу же идем к Доузу. Если это дойдет до внутренних дел, Доуз не сможет контролировать происходящее. Ты ведь веришь Доузу? Да? Арест Стоддарда создаст много проблем для всех. Стоддард по уши в грязных делах. Ты это знаешь. Я это знаю. Я буду отсюда наблюдать, а ты иди туда. Узнай, как нам прижать его. С удовольствием. Эй, я смотрю периметр вокруг здания. Может, найду чего? Хорошая идея. Только будь на связи. Думаешь, у Стоддарда есть друзья в департаменте? Возможно. Грязные копы приглядывают друг за другом. Будем надеяться, им не попались никакие улики. Даже не удивлюсь. Стоддард не дурак, иначе бы уже в тюрьме сидел. Кто-то тут наследил. Недавно. Ладно, я разберусь с этим кодом. Бинго. Страховой полис Рэми Нельса, дубль первый. Пятница, вечер, 14 августа. Я собираюсь встретиться со Стоддардом. Похоже, следующий шаг. Партнерские отношения выгодные нам обоим. Теперь, я думаю, и... Стоддард. Попался. Хай, нашел что-то. Я спускаюсь. Ладно, я уже внизу, в контейнере. Что нашел?
Нельс и Стоддарт. На пленке. Теперь, когда мы пойдем с ней в отдел внутренних расследований, он не отвертится. Рэми где-то хранил свое бабло. Бьюсь об заклад, Стоддарт его тоже ищет. Взгляни-ка сюда. Какого черта? Фу, даже знать не хочу, что это. Я проверила в сети. Единственное место в Майами, где продается это дерьмо, называется «Дом и работа» в торговом центре Палмкорт. Он бы не стал прятать свои бабки там. Вот почему я взяла адрес склада. Стоит прокатиться и взглянуть. Совет хочешь? Не входи через парадную. Если Стоддарт появится без меня, считай, дела плохи. Поняла. Нет, из кафе только что сообщили о подозрительном уходе. Я за ним, ладно? Ага, ладно. Только будь на связи. Только бы без урагана обошлось. Который взял наши деньги в обмен на защиту, а потом убил нашего босса. Он мне показался вполне нормальным парнем. Я рад, что мое будущее. Вижу два здания. Полно охраны. Мендоза, помни, что сказал Доус. Не стоит читать этим парням их права. Тут все заперто. Проверь крышу. Ага, отличная идея. Стоять! Из места! Ладно, ладно. Эй, в чем дело?
Не опускать! Да, да. Без проблем. Я проверю тут все. У меня пусто! Смотри, не попадись. Мы не знаем, сколько их там. Мендоза, осторожнее. 10-27 рядом. Сначала стреляйте. Стоять! Ну ладно, козел! Будьте бдительны! Стоять!
Подозреваемый задержан. Отправьте за ним кого-нибудь. Сделаем, Гренадский. Сюда! Когда найдешь Стоддарда, дай ему договорить. Он обязательно что-нибудь ляпнет. Парни, мне плевать на вашу траву. Ее по-любому узаконят через 2 года. Все, что я хочу знать, это кто из вас трогал деньги Нельса. Он обещал нам эти деньги, придурок! Да ладно. Со вчерашнего дня я ваш новый босс. Вы понимаете, что это значит? Что бы ты сказал, если бы нарисовался какой-то кретин и начал все присваивать себе? Я бы сказал, давай поговорим об этом. Ну так, давай, а? Он увел нескольких людей вниз. Так, давай за ним.
Здравствуйте! А можно попробовать ваш кленовый сироп? Я знаю. Не первый раз уже спрашиваю. Вообще не похоже. Дня за три он уже говорил, как этот Джеймс Мейсон. Ни одна вафли не говорит голосом Джеймса Мейсона. Человек 10 ему об этом сказал. Мне вроде нравилось. Не первый раз уже спрашиваю. Вообще не похоже на Мейсона. Он ставил этот голос неделю. Дня за три он уже говорил, как этот Джеймс Мейсон. Ни одна вафля не говорит голосом Джеймса Мейсона. Человек 10 ему об этом сказал. Мне вроде нравилось. О, я вижу, ты больше любишь вафли с клубникой. Ну, наверное. О вкусах не спорю. Ладно, за работу. Спускайся за Стоттартом. Что там сзади происходит? Они разговаривают. Не то чтобы мы отправили туда своего лучшего переговорщика. Ты много всего пропустил, а это твои проблемы. Ты как тот, который узнает о клубе через неделю, идет на концерт. Почему так? Я же говорю, это слаженная операция. Ты смеешься надо мной. Конечно, это слаженная операция. Нельс был слажен. Я тут 4 года и говорил Нельсу. А? Что-то стряслось. Ставки еще принимаешь, да? Что? А, ясно, отлично. Круто. Какого черта? Бумажки. Диктую по порядку, ладно? Так, первый забег. Давай. Чок, full of nuts. Чок, как сундучок, через окно. Ох, не повезло чуваку. Эй, зацени! Thank you.
Смотрите там! Проверить все вокруг! Ищите эффект! Ищите дальше! Эй, там проверили? Проверьте тут все. Полиция! Ты арестован! Ладно, будет тебе. Помедленнее, чувак. Вот и Стоддарт. Ладно, будет тебе. Надо включать растения музыку.
Говорят, они любят глазить. Я подумываю купить им мачату. Посмотрим, что из этого получится. Не дергаться! Майами! Ладно, будет тебе. Мы берем на себя риски, а не деньги. То же самое, что работает на старой карте. В наркоэкономике все... Что? Стоять! Что херня? Я тебя арестовываю! Ладно, будет тебе. Огонь! Забавно встретить тебя здесь. Ага, прикольно. Брось пушку. Давай я просто уберу ее на место. Бросай чертову пушку! Ник, давай поговорим об этом. Ник, я слежу за этими уродами в фургоне. Отставить. Не вступай с ними в контакт. Ник! Выясни, куда они направляются. Что это было, черт возьми? Так, ничего. Ничего серьезного. Да ладно тебе! Ты сможешь арестовать меня, если мы оба умрем. Через тоннель. Давай, Мендоза! Надо выбираться отсюда! Я делаю операцию Нейтса! Серьезно? Интересно, почему? Эй, ты! Да ладно тебе что-то! Давай, я! Не собирался в горячем доме побывать. Это он неплохой вариант. Ник, Ник! А ребят своих не отзовешь? Так обычно не делайте, Мендоза. Туда! Туда! У него совсем крыша сдвинулась! Я припарковался на заднем дворе. Пошли. Прекрасная ночь в Майами! Гай,
Где ты? Полкорби. Я почти уверена, что они собираются. Черт. Хай. Сюда, быстро. Хай. Похоже, ей нужна подмога. Да ну нахуй. Я тебя арестовываю. Мендоза, твоя напарница. Она в беде. Значит, мы поможем ей. Давай. У меня тачка рядом. Магазин в глубине торгового центра. Давай найдем ее. Обычно Нель ставит пару тройку ребят в торговом центре на всякий пожарный. Ты же еще первый, который виновал Хай. Вообще, мало ли что может произойти. Легко не будет. Она моя напарница. Я уверен, что ты сделал то же самое и для меня. Пошли. Полиция! Не дергаться! У меня пусто! Легко. Где-то рядом. Одного из наших вырубили. Кто-то вырубил одного из наших. Проверьте там. Не спать! Смотрите все вокруг. Не теряйте бдительности! Макс. Стоять! Руки не опускай! У меня пусто! Легко. Проверьте тут все. Стоять! Руки не опускать! Ну ладно, как... Какого черта? И что теперь? Ладно, давай найдем твою напарницу. А потом я тебя задерживаю. Как скажешь. Хай в том торговом центре. И ей нужна наша помощь. Вперед!
Получилось? А я думал, ты прикалывался насчет рабочей силы. А как насчет Эльса? На нем много места. Кай! Кай, я тебя еле слышу! Какого хрена? Стоять! Руки вверх! Да, да! Без проблем! Не дергаться! Да, да, без проблем. Ну вот и все. Заканчивается. Руки вверх! Вверх, сказал! Да, да, без проблем. Если... Этот готов! Ты арестован! Да ладно тебе, чувак! Спокойно! Эй, там проверили? Никто не должен скрыться! Рассредоточьтесь! Рассредоточьтесь! Смотрите там! Ищите дальше! Эй, там проверили? Руки вверх! Ты понял? Иди в комнату охраны и найди Коля. Ник, дому работу! Это магазин Нельса! Там полно покупателей. Ник, давай сюда, быстрее! Сейчас!
Задавите его! Давай, Мендоза, пока тут все не рухнуло! Кай! Кай! Эй! Эй, ты в порядке? Ну, как тебе сказать? Конечно. Доус уже в пути. Мы должны встретиться с ним до поля. Отлично. Тогда берем Стодорта. Эй, эй, эй! Люди Нельса идут. Без него мы не сможем выбраться отсюда. Слышал? Я могу тебе пригодиться. Не с места! Черт! Готов! Знаешь, я тут подумал. Я ведь обучал вас обоих. Угомонись, Тодор. Я имею в виду, это почти как поэзия. Не так, что ли? Ага, смотри, не привыкай. Как только выберемся, сразу же отсюда. Может, мой адвокат лучше, чем ты тут, Мичмендо. Ну что, Ник? Сержант Карл Стоддарт, вы имеете право единственный раз в своей никчемной жизни хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано Мендоза. Против вас в суде. Хватит. Все, что вам потребуется знать, здесь, капитан. Дай-ка угадаю. Он начал эту нарковойну. Подбил одну банду уничтожить другую, пока никого не осталось. Никого, кроме него, сэр. У меня куча улик, которые говорят о связи Нельса с грязным детективом из Майами. Но они неубедительные. А я очень верю, что тебе удастся найти последнюю неопровержимую улику. Спасибо.
какого хрена? Ник, просто чтоб ты знал. Я очень благодарен тебе, что ты вытащил меня сегодня. Это даже выше всяких благодарностей. Иди нахрен. Ник, не надо. Хай. Отдел внутренних дел найдет заначку у тебя дома. $33,000. Ровно столько Нельс перевел в последний раз. Конечно же, встанет вопрос. Куда ты дел остальное? Ты какого хрена творишь? Хай заступала за тебя. И не раз. Почему просто не взять бабло? Так вот в чем дело. Мы старались, Ник. Я был так уверен, что мы найдем местечко для тебя. Но ведь ты уверен, что ты один из хороших парней, да? Не бывать этому, сынок.